Ребят, всем привет! Мой очередной выпуск на моем канале. Спасибо за поздравления, от всех многих получил поздравления с поединком. Ну что хочется сказать, планировал бой провести в стойке, получилось в партере, вот. Ну, как говорится, не выбираем мы тактику. Бой пошел в этой стезе, я принял решение уже закончить его там, в партере. Вот, все хорошо, травм нету. Сейчас я немножко отдыхаю, набираю сил, еще месяц хочу посвятить своей семье. И потом начну потихонечку приводить себя в форму. Есть некоторые предложения, пока не хочу их озвучивать, думаю, мы в процессе это все озвучим и поделимся с вами. Так, все отлично, отдыхайте летом, занимайтесь спортом, не забывайте быть на солнце, на воде. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!